Прямо по курсу. И парковочка. Пау. Так, отлично. Прилетели, приземлились. Для зелий нужна идеально кристально чисто золотая вода. Будем проводить сейчас все различные химические и социальные эксперименты. Так, 16 бутылок чистейшей кристально идеально чистой воды нам нужно. Ага, ага. Вот, так, отлично, все. Вылезаем. Оп. Так, держим курс на лабораторию. Знаменательный момент произойдет в нашей лаборатории. Случится чудо. Мы должны попасть в книгу рекордов Гиннесса. Я попрошу пройти за мной. Я сейчас вам покажу то, из-за чего мы туда попадем. И ради чего мы туда попадем. И кто туда вообще попадет, я вам все расскажу. Здесь у нас расположены сундучки, в которых таинственные зелья. Все пропорции соблюдены. Вода унитазная, золотая, чистейшая. Здесь у нас и отравление, и вот эти слабости всякие, и огнестойкости. Все отсортировано, всортировано. Вода тоже отсортирована была идеально. Можете, в принципе, посмотреть. Осталось самое главное. Дождаться нашего претендента. Тот, кто сегодня поставит рекорд. Разрешите представить... Эдуард Пипупковский! Моя ассистентка Екатерина Жопосливочная подготовила все самые необходимые зелья, которые мне будут нужны в этой серии. Поэтому я попрошу вас любезно взять по одному зелью из этого, из каждого сундука. И сейчас мы потащим свою сракостанцию вот туда, на ту площадку, где у нас вот этот ярик к забору присобачен. Кадавр в лодочке сидит, вот этот шалкер на песке тусуется и вот это все остальное. Так, это, конечно, все хорошо, но подожди. А ты мне сделала вот это зелье слепоты и зелье иссушения? А то я что-то как-то их не вижу здесь. Погоди, какое зелье? Смотри, вот у меня есть сундуки, в каждом по одному экземпляру зелья. Все, я больше не знаю, что тебе еще надо. А где мне зелье вот это иссушения взять и слепоты? Ты что, Маринка не сказала, как их крафтить, что ли? Ну, Маринки-то я ничего не спрашиваю, пошла она куда подальше советоваться с ней. У меня книга рецептов есть, сейчас я гляну. Так, тут это, вот это, все. Я все сделала, тут нет такого зелья, ты что, ты обманываешь меня? Ну, я не обманываю, я немножко приукрашиваю. Ну, да, 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 таких зелий не существует, но существуют же вот эти подозрительные супчики. Ты что, забыла, мы примерно серии 60 назад их крафтили, их кушали. И именно из них можно получить вот эти вот эффекты. Представь, что я на тебя сейчас подозрительно смотрю, потому что я не знаю даже, как эти супчики делаются. Они вообще существуют. Если существуют, мы их с тобой делали. Тогда я еще раз тебе скажу, бери по одному зелью, потом встречаемся с тобой вот там возле башни Рапунцель. А я сейчас потопаю домой, скрафчу парочку подозрительных супчиков и тоже туда приду. Все понятно? Все понятно, будет сделано. Парочку грибочков возьмем красных и коричневых. Потом нужно взять вот эту розу визера. И у нас где-то здесь должна расти вот эта хаустония серая. Если я не ошибаюсь, это она и есть. Заберем хаустония серая. Сначала делаем, опа, 4 мисочки, добавляем их сюда, несколько грибочков, несколько других грибочков. Сейчас у нас будут уже тушеные грибы, но нет. Сейчас сюда добавим еще розу визера, загадочное рагу. А потом добавляем хаустонию серую, еще одно загадочное рагу. Главное их не перепутать. Вот это дает тебе слепоту, а вот это иссушение. Надо запомнить обязательно. Ну, наконец-то ты бежишь. Ну, шо ж ты так долго супчики-то делаешь? Они 15 минут максимум варятся. Там морковку, эту свеколку добавил, все готово. 2 загадочных рагу есть. Главное не перепутать. Так, ты вот эти зелья взяла? Если взяла, давай выкладывай быстро в этот сундук. Так, здесь у нас проверочка, быстрая проверочка. Проверочка. Кадавр есть, вот этот пердящий шалкер тоже есть. Так, Кать! У нас этот, Ярик сбежал! Сухопутка! Его здесь нет! Так, Ярика, давай на потом оставим это, еще притащим нескольких, на всякий случай. Да-да-да, притащим, так, отстаньте от меня, отстаньте от меня. Так, сейчас осталось самое главное, что нам надо с тобой добыть. Все вот эти выложила, все выложила, большой молодец. Так, сейчас, Кать, знаешь, что нам с тобой надо сделать? Ты это самое, давай, лети, лети давай, нам больше ничего не надо делать. Мы все сделали, все готово, зелье есть, эти кадавры есть, все готово. Осталось 2 самых вот этих сложных эффекта, которые надо, опа, добыть. Первый эффект это герой деревни, и второй эффект это вот это плохое знамя. То есть нам нужно убить 2 разбойников с этим, с флагом, еще и деревню зачистить.
Да ёперный ты кокос. Я думала, что все уже, вот финишная прямая, мы с тобой этот рекорд поставим, нас в книгу Гиннесса запишут. Все, мы с тобой звезды. Ну да, будем с тобой звездами, когда его все же выполним. Так, ты помнишь, в каком направлении у нас находится вот эта башня разбойников? Вон там. Ну тогда перья в жопу, в смысле крылья в руки, фейерверки в зубы и полетело, давай. Все, погнали, за мной. Держим курс. Видишь, вон там два с флагом стоят. Один тебе, один мне. Бошки срубаем и идем обратно. А тебе зачем один? Я же только эту ачивку буду проходить. А, да? О, ну тогда иди сам. Ты же мне сама в предыдущей серии сказала, то, что ты отказываешься от ее прохождения. Так это было или не так? Так, так, там сзади, 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 аккуратно, сзади. Тогда сейчас отвлекай хотя бы внимание вот этих, которые мне нафиг не нужны. Я пойду сразу вот того запердукаю, который с флагом только что здесь находился. Но пропал у меня на глазах, Кать! Сейчас я всех кокну, иди ищи его, не отвлекайся! Да я-то его ищу, только что здесь два вот этих пацана с флагами были. Сейчас ни одного, что это за приколы, Кать? Они просто не хотят, чтобы мы с тобой рекорд поставили, да. Вот и все. Это рекорд книги Гиннесса, но ничего, сейчас еще один заспанится, я его кокну обязательно. Ой-ой-ой! Давай, отвлекай их внимание, я вот этого закокошу, который с флагом-то, все, всего лишь две стрелы надо, чтобы его вот это кокнуть, так, все, эффект мне дали, дурное знамение есть, сейчас надо, Катя, пойти сразу и быстро зачистить всю деревню. Быстро, это, мы с тобой уже это 500 раз сделали, мы сейчас зайдем раз-два и готово, погнали. Учитывая то, что после того, как нам дадут эффект герой деревни, нам еще один раз сразу же нужно будет убить еще одного разбойника, у которого будет флаг. Ну это дурдом какой-то, это как-то слишком сложно, поэтому мы сразу отправляемся в эту деревню и сразу же ее зачистим. Не вот эту нашу, которая в пустыне в саванне находится. Чур, этого быка убиваешь ты. Рейд начинается, ты же взяла с собой... Ты же взяла с собой, надеюсь, вот это зелье силы, которое я тебе дал. Разбивное, взрывное. А я его оставила в том этом, ну, сундучке. Ты же сказала все зелья выложить. Ой. Ну так все зелья, но не зелье силы взрывное, которое нам бы сейчас пригодилось, чтобы зачистить этот рейд. У меня есть тотем бессмертия, хочешь, тебе отдам его? Себя оставь тотем бессмертия, мне он не нужен. Так, иди звони в колокола, чтобы жители прятались по домам и зачищаем деревню. Только я не понимаю, с какой стороны... А, вот, разбойники с этой стороны нападают, давай, как помогай. Фух, каждый раз, как первый раз, мне всегда страшно, когда это происходит. Вы шо, блин, давайте по домам, вы чё, ко мне-то все прибежали, красоты никогда такой не видели, что ли? По домам, быстренько, спать, сейчас у нас это, война начнется. Блин, этих с топорами, с них ещё изумруды выпадают, если ты не знала, вот эту сторону давай, Кать. Так, сейчас я тебе помогаю, главное не убить этого лишнего. Да всех убивай, какая разница, нам же двоим вроде дастся вот этот эффект героя деревни, всех вали давай. Все, валю, так, один есть. Еще двое остались, вроде вторая волна будет закончена. Ты вот это, в руку-то возьми, тотем бессмертия в руку возьми на всякий случай. Да со мной все нормально будет, не переживай. Ой, Кать, третья волна, этот бычок, так ты смотри, еще и Маринки пришли на подкрепление. Ой, тут давай ты сам это твое дело. Да, ты же рекорд ставишь. Какой рекорд? Ну так ты его со спины хотя бы убил, меня сейчас двух ударов закокошит. Вот какой ты молодец, видишь, все так просто. Короче, с Маринками сама разбираешься. И почему я-то с Маринками разбираюсь? Я их вообще терпеть не могу. Ну давай ты, ну пожалуйста, еще я все. О, кошка, я буду кошку защищать, я ее себе заберу, а ты иди Маринок убивай. Ой, кис. А нет! Куда? Стой, я ж тебя, дурочка, защищать хочу. Вам после каждой волны здесь собираться хочется и каждый раз в колокола звонить, но мы же все прекрасно понимаем, война на улице, вы что на улицу-то выходите? Там опять этот бычара, вот этот трамбон свой кричит, они вроде с этой стороны сейчас заходить будут. Давай, Катя, на север, я тебя здесь жду. Так, давай, я уже умею убивать этого бычка, я тебе помогу. Три Маринки, мать моя женщина, три Маринки, Катя! А у тебя стрелы есть? Дай мне пару стрел, у меня все кончились. Так, сейчас я прибегу тебе, сейчас от этого кокну и дам тебе стрелы. Давайте, големы, помогайте! Еще бы, по-моему, вот это понадобилось железо големов отремонтировать, потому что он уже почти покоцанный, он сейчас сдохнет, Кать. Так, мы перед ними в долгу придем потом и починим. Держи стрелы. А... В смысле, а я-то тут при чем? Он меня только что ударил. Он не тебя ударил, он за нас всю работу делает. Он Маринку кокнул, и этого чувака с флагом кокнул. Голем нам наоборот помогает. Ошиблась, значит, четко. Думала, ты меня хочешь кокнуть.
Сейчас самое сложное. Сейчас вот этот призыватель с этими летающими непонятными фигнями сюда притопал, поэтому его надо кокнуть. Но сначала давай бычару этого завалим. Так, давай, тут мне какой-то замес происходит, не понимаю, кого убивай. Голема ударила нечаянно! Подожди, ты голема убила! Я нечаянно, правда, он в замес попал, просто я там не разобралась. Сзади-то там бессмертие валяется, подымай! Подожди, еще, фу. Так, вот эту фигню летающую вали, так ее кокули, и вот этот, иди сюда. Все, что ли? Нифига себе, мы всех закокали, это сколько? Это 5 вот этих, 5 волн было? Да. Еще и салют в честь еще нас. Еще и салюты в честь нас. Так, Катя, это хорошо, но не время праздновать. Уйди ты отсюда. Не время праздновать, потому что нам срочно надо закокать еще одного чувака с флагом и быстро домой отправляться. Да сколько же можно-то их кокать-то, а? Тебе не надоело? А может, мы к ним даже подходить туда не будем? Я его просто вот так с расстояния кокну. Все, эффект получил, крылья в зубы и полетели нафиг отсюда. А что, так можно было, что ли? Все, давай, Кать, жду тебя дома! Или ты меня жди, кто последний тот лохопедина? Эй, я первее! Быстренько проведем инвентаризацию. Иглобрюх есть, это есть, зелье есть, эндермен есть, ага. Так, все, у тебя... Эндермен не нужен, эндермена давай кокнем, вот, что ты пристал ко мне? Так, Педро, мы кокнули, так, ну слушай, вроде все готово, кроме вот этого, кроме Ярика, надо еще одного Ярика вот это поймать, присобачить к забору и все, Кать. Можем приступать к рекорду Гиннесса. Так, то все, я тогда Ярика искать. Свет, только включи мне под водой. Вот там Ярик, далеко я его вижу. Вот туда плыви, вот туда, в другую сторону, вот туда плыви. Так, кадавр на месте, не сбежал? Кадавр на месте, не сбежал. Все, я тогда беру все зелья, которые здесь есть в сундуках, и мы приступаем. Ну, такого бухича в Майнкрафте я еще никогда не устраивал. Поэтому, Катя, чокаться не будем зельями, я начинаю пить. Давай! Так, подожди, тебе же золотое яблоко еще надо. Подожди со своими золотыми яблоками, мне еще надо иглобрюха будет скушать. Мы еще второй маяк сюда присобачили, потому что нам нужно вот этот эффект проворности, вот эта скорость копания. Кать, я выпиваю, у меня 4 минуты, чтобы выполнить эффект вот этого... рекорд Гиннесса. Да, выбрасывай золотое яблоко, выбрасывай иглобрюха, давай быстро. Ты пропал, так держи тебе иглобрюха и... Яблоко. И золотое яблоко, давай быстро выбрасывай. Так, это. Дело в том, что это яблоко мое особенное яблоко. Я нашла его в секретном данже. И я отдаю тебе его. Надеюсь, оно не зря потратится. У нас нет времени сейчас стараторить. Так, все, ты спектральные стрелы взяла? Сейчас будешь меня стрелять. Давай быстро. Да, все, сейчас беру лук в руки и стреляю. Да, я уже полетел в космос, это уже не по плану, все пошло! Нет, я тебя стреляю! Да зачем меня стрелять, когда я в космосе? Успокойся! Мне кажется, у нас что-то немного не по плану пошло. Тебе так не кажется? Ребят, я хотела вам помочь, честное слово, но я не знаю, что происходит. Мы с Яриком улетели! Ты чуть Ярика не угробила! Так, все, мы живы, мы тебя в порядке. Тебя Ярик в небо тащит, Кать! Ёпрос, это Ярик, я понимаю, ты-то дельфин-сухопутка, ну, успокойся. Ты там сверху готова или не готова? У нас всего лишь одна попытка будет. Всегда готова, я жду. Я уже построил здесь, небольшое такое сооружение, которое сейчас нам поможет выполнить эту ачивку. Я уже полностью готов. Нужно, чтобы вот эта чупакабра попала у меня со своей левитацией. Ярик присобачен на поводок, вот он там, он грацию дельфина мне сразу же выдаст. И все, и Кать, выстрели! Выстрели, вот это у Кати спектральные стрелы. Давай. Оп, готово. Это еще один эффект, который нам сейчас понадобится. Поэтому, когда я скажу «шмаляй», сразу бери и шмаляй. Так точно, капитан, давай. Так, попадай в меня. Не в Катю, он тебя стреляет, что ли? Вот, попал. Когда я скажу, давай, подожди. И стреляй в меня, стреляй. Стреляй, и попадай. Давай, попала? Попала. Попала, да. И последняя зелья, и... Граца. Да! Ура! Дай тебе сейчас кокну, блин, все, ты это не заслуживаешь. Меня кокать не надо. Невозможная возможность, пытайте все возможные эффекты одновременно. У меня сейчас сердце через пятки в ноги, через уши выпрыгнет. Мы к этому 2 или 3 серии шли, чтобы эту ачивку получить, господи помилуй. Это тебе праздничный удар. За что ты кокнула? На мне было 27-28 эффектов. Да ладно, нормально, мы сейчас мне пойдем такое же делать. Давай, собирайся. Куда мы сейчас? Что мы сейчас пойдем делать? Я тоже такую ачивку хочу. Мы сейчас все по второму кругу повторим, и мне быстренько то же самое сделаем.
У меня пульс поднялся до 190 ударов в секунду. У меня такое ощущение, что я сейчас в обморок упаду. Я эту ачивку проклинаю к чертовой бабушке. Я ее никогда в жизни больше проходить не буду. Что, Кать, но тебе мы сейчас ее выполнять точно не будем. Так, ну тогда пошли до репортеров встречать, фотографов. Ты ж в книгу рекордов Гиннесса попал. Сейчас приедут телевидение, там интервью у тебя брать будут. Интервью это... В жопу ваш Майнкрафт, это самая тупая ачивка, которую я в этой жизни проходил. Идите в жопу и все, до свидания. А ты где ботинки-то потерял? Ну, ребят, я считаю, что за такой поступок героический нужно и на канал подписаться обязательно. Мы ж все-таки в книгу рекордов Гиннесса попали, а? Ёпрс, это стресс какой. Да-да, и чтобы ролики и стримы-то не пропускать, обязательно подпишись и там уведомления поставь. Ага, все, давай.